Значит, задача наша с вами непростая. Анализ классических текстов. И этот текст, который мы с вами рассматриваем, изучаем, мы изучаем не просто как вот данный текст, но и как некий пример того, как вообще следует подходить к анализу классических текстов. То есть то, что там есть в этих классических произведениях ценного, чтобы это ценное можно было взять себе на вооружение, поскольку учиться нужно, ну, не из слабых произведений, и у авторов не слабых, а у авторов сильных. Так, как говорится, тот, кто стоит на плечах гигантов, тот видит далеко. Но тот, кто, как говорится, стоит на плечах карликов, далеко не видит. Вот, исходя из этого, мы будем с вами продолжать работать. Значит, нужно было сегодня прочитать и подготовиться, прочитав до 70-й страницы. Кто это проделал? Раз, два, три, четыре. Все прочитали, да? А двигаться мы будем таким образом, что у нас впереди будет задел. То есть к следующему разу, значит, надо будет прочитать уже до вот Лейпцигского собора, до 79-й страницы, да, то есть некоторые прибавления не такое большое, до 79-й, и имейте в виду, что читайте и дальше, чтобы у нас не было проблемы с чтением, а задача состоит в том, чтобы выбрать там главное, ценное, и чтобы вы могли бы это анализировать, сами рассказывать. Значит, у нас как построено наше занятие, значит, если вы там можете это проанализировать, желательно, чтобы это вы делали, где-то у вас там будет затруднение, я буду это делать. То есть мы с вами будем совместно работать, тем более, что времени нам выделено на эту работу очень много, по 4 часа в неделю. Мы с вами будем очень основательно общаться вплоть до мая месяца, так что и в мае еще будем заниматься. Так что мы эту работу изучим как следует, и я думаю, что пополним свои знания. А пополним свои знания, это не значит, что мы будем просто, так сказать, в память что-то закладывать. Мы ни одну категорию, которую нам встречается, не должны пропускать, не разобрав, что это такое, что это за категория. Ну вот, несмотря на то, что мы уже далеко ушли, но я вот еще обратил внимание на то, что Маркс и Энгельс отмечают особенность гегелевской системы. Это страница 12 собрания сочинений. Согласно гегелевской системе, идеи, мысли, понятия производили, определяли, держали под своей властью действительную жизнь людей, их материальный мир, их реальные отношения. Его бунтующие ученики, имеется в виду вот представители как раз младых гегельянцев, с которыми Маркс и Энгельс спорят, а его бунтующие ученики перенимают это у него. То есть, так сказать, они вроде как и бунтующие, но на самом деле они не вышли из рамок гегелевской системы, просто они оказались людьми более мелкими в смысле научном, в смысле таланта, в смысле глубины, и этот бунт оказался бунтом в стакане воды. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы уж очень, так сказать, глубоко изучать воззрение тех людей, которые на самом деле, так сказать, никакого особенного вклада в науку не внесли, а в том, чтобы видеть вот величие тех идей, в том числе и гегелевских, которого можно критиковать за идеализм. Но это такой идеалист, который разработал систематически диалектику, и про которого Ленин прямо говорил, что умный идеалист лучше глупого материалист. Ну, а мы, как культурологи, тем более должны на это напирать, потому что, ну, вот вы давайте там в самых разных формах ищите там, старайтесь, а мы будем смотреть, что входит в культуру общества. А культура, это у нас что, давайте вспомним из тех товарищей, спросим, кто у нас тут не был. Ну, товарищ Бабичева. Культура это что? Ну, тем более вам хорошо, у вас же много. У меня-то одно, а у вас много, вам легче.
давайте одно какое-нибудь. Или если много, вообще никакое не берете. И говорит, ой, их много. Это там в лес зашли, ой, так много деревьев. И что спрашивать там про березы, про елки. Так что? Я тут был на днях в Москве, встречался с товарищем Бабичем, который работает в профсоюзе авиационных диспетчеров России. А у вас тут фамилия Бабичева. Так что такое культура? А если бы я хотел узнать, сколько определений, я спросил, сколько определений культуры вы знаете? Вы бы сказали. А я спрашиваю, а что такое культура? Ну, культура должен знать, что такое культура. Во-первых, логос – это знание. Значит, культуролог – это знание о культуре. Правильно? Культурология. Познание культуры. Поэтому мой вопрос, вы не можете сказать, что посторонний такой. Встретили, если вдруг я к вам вот с таким вопросом подхожу. Так что такое культура? А иначе, понимаете, вот мы культура Германии, там, культура того, культура чего, а если мы не знаем, что такое культура, откуда что получается? Ерунда получается. Может, это какой-нибудь таракан. А мы его должны поймать, изловить и уничтожить. Вы как-то должны нас из этого тупика вывести, правда? Ну, хорошо, вы подумайте. Вот Шальнова Ксения, да? А вы знаете, что такое культура? Ну, в самом общем определении это то, что отделяет человека от природного мира. То, что отделяет от природного мира, да? Да, это слишком общее. А то, что соединяет с природным миром? Да. А разве бывает что-нибудь такое, чтобы отделяло и не соединяло? Ну, а какой культуре мы говорим? Да о чем угодно. Да, я уже сразу прицепился к неправильности. К неправильности выражения самого. Вот скажите, пожалуйста, вот наше занятие нас отделяет или соединяет? Ну, занятия сейчас у нас идут занятия. Я преподаватель, вы студенты. Это они на занятии могут сказать, что они нас разделяют. Нет. Почему нет? Вы студенты, а я преподаватель. Это нас, значит, занятие нас разделяет. Мы же на занятии. Вот видите, я здесь сижу, бак вам лицом, а вы там сидите ко мне лицом. Это значит, это нас разделяет. Но я же преподаватель, а вы студенты. Разделяет. Или нет? Ну, раз в некотором роде, значит, разделяет. Теперь второе положение. Второе положение. Наши занятия нас соединяют? Да. Вы тоже? Ну, слава Богу, а то вы сказали, вы сейчас в некотором роде. Соединяют. И можно объяснить, что они нас соединяют, потому что если, вот, скажем, меня нет, ну, вроде занятий нет, вас нет, тоже вроде какие-то странные занятия такие. Но мы можем, конечно, там записать что-нибудь, потом повесить, но это, в общем-то, не совсем нормально. То есть наши занятия нас соединяют и разделяют. И это вот диалектическая постановка вопроса, когда об одном и том же можно высказать прямо противоположные утверждения. Это характерно для диалектики? Mm-hmm. Характерно. Это признак диалектики? Признак диалектики. Ну вот, поэтому, значит, вы что сказали про культуру? Что она нас отделяет от природы. Но культурный человек понимает, что он человек, тогда когда он еще и соединен с природой. Во-первых, мы сами принадлежим природе. Вы природе не принадлежите разве? Вы биологическое существо? Да. Ну вот видите, я тоже биологическое, как, у нас как вот единство. А как биологическое существо мы к природе принадлежим, у нас ведут такие процессы, которые есть у всех животных, в том числе там пищеварение, так сказать, превращение, знаете, питательных веществ, знаете, через кровь в строительный материал для клеток и так далее, и так далее. Так что будет правильно, если вы скажете, что отделяет и то, что отделяет и соединяет. Но получается странное определение культуры. Это какая-то перегородка, такая прозрачная, которая нас и соединяет, и разделяет. И почему это культура? То есть это не мы к культуре не относимся, потому что только перегородка. То есть вы себя вычеркнули из культуры, всех своих товарищей, меня вычеркнули из культуры, поскольку вы сказали только вот то, что нас отделяет. Природу вы тоже выкинули из культуры, хотя человечная природа, преобразованы парки, mm-hmm. да, потом ландшафтная архитектура, это же тоже природа, верно? А человечная природа, вот вся, так сказать, поверхность Земли, которая переработана человеком, вообще говоря, или культурный слой, да, это тоже входит в культуру или нет? Входит. А вот тут получилось, что то, что нас отделяет, неудовлетворительное вот. Вот ваша соседка, которая сказала, что их этих много, миллион определений, она бы
воздержалась какой-то вытащить, потому что хоть и много их, а вроде как, но, видимо, она понимает, что вот если то, что гуляет, их много когда. Потому что на самом деле хороших определений много или мало, как вы думаете, вот как культуролог? Мало. Мало. Даже их бывает одна, одно. А вообще нужно одно определение, строго говоря. Поэтому их не очень-то с ней. То есть я еще вот постарался вам показать, что это то, что вы сказали, не подходит под определение культуры. Оно даже куда-то культуру задвигает и берет только какую-то перегородку. И даже после этого моего добавления, что оно еще соединяет, все равно получилось некое средостение между, так сказать, человеком и природой. И вот что такое культура. Ну и, скажем, начнешь тут эту живопись брать, и как тут ее еще у нас, какой природой, с краской соединяет нас, живопись, что ли? Непонятно. Или как, или с образами. Ну вот у нас уже звучало определение культуры, очень простое, одно из 500. Сколько я вот уже не преподаю для культурологов, там с китайцами я работал, нашими китайцами имеется в виду, китаеведами. Вот, и на музееведении. Хотя вот самый страшный вопрос, который всегда вот я задаю, поскольку, ну, как философ, я должен требовать и приучать всех знать определение. Вот я спрашиваю музееведов, а вы что, а что такое музей? И вот начинается такая же беда. Тут никто, вы не знаете, что такое музей? Сидят люди, изучают музей. Музей. Про что такое музей? Они там смотрят на меня, как будто я какой-то неприличный такой вопрос задаю им. Вот что мне делать в такой ситуации? Вы не знаете, что такое музей как культуролог? Нет. А вы себя отделили как раз от этих? Я еще не культуролог, я только учусь. А почему вы думаете, что если вы только учитесь, то вы не культуролог? Ну, мне на первом курсе это сказали. Кто-то вам неправильно сказали. Это вам неправильно сказали. Это вам сказали люди, которые придерживаются метафизических воззрений. Что вот если вы еще не выучились, то вы и не культуролог. А вы вот молодой человек или старый? Будем считать, что вы молодой человек. Девушка, вот, хотя про мужчин только говорят, да, молодых, что это молодой человек. Но, в общем-то, мы знаем, что девушки тоже люди. Так, молодой человек – это человек или кошка, или рыба? Молодой человек. Человек? Так, а молодой культуролог – это что? И не культуролог. Обучающийся культурологии человек – не культуролог. А как это правильно сказать, вот диалектически строго? Диалектически строго это звучит так. Я культуролог в становлении. Ну, правильно? Становление ваше идет, движение от ничто к бытию идет. Это возникновение называется. Вы возникаете как культуролог. А раз вы возникаете, значит, у вас то кроме ничто есть и бытие. А раз есть бытие, значит, вы культуролог. Ну, так вот, поэтому я вас поздравляю, что с сегодняшнего дня вы можете считать. А я понимаю, зачем так сделали. Если вы не культуролог, то вам и отвечать не надо на вопрос о том, что такое культурология. А теперь уже, после Маши, моего поздравления, вам надо уже отвечать на то, что такое хуно. С другой стороны, поскольку вы в становлении, вы всегда можете от меня тоже отбиться. Как? Ну, я же в становлении, поэтому я еще этого не знаю. Потому что для меня, вот если я преподаватель, и я этого не знаю, то, что преподаю, ну, скажите, ну, что за преподаватель, он не знает вообще, что читать. Для меня это, так сказать, серьезный грех, ошибка и так далее. А для студентов, вот, скажем, сколько бы я на вас не нападал, я хочу, чтобы вы правильно и понимали, что мои нападения делаются не для того, чтобы вот сказать, что вы такие, вы сякие, вы не знаете, я такие вот глупые, я такой умный. Нет, просто потому что, когда, так сказать, идет вот такой разговор и такая дискуссия, это легче усваивается. Потому что если я вам просто буду что-нибудь рассказывать, вы это, так сказать, оно так в память зайдет, а потом из памяти, благодаря замечательному свойству памяти, все ненужное выбрасывать, оно оттуда уйдет. А если вы себе задавали такой вопрос, что такое культура, и наконец получили ответ, мы еще ответ, что такое культура, не получили, то это, так сказать, ну, закрепится. Не потому, что вы там раз читали, два читали, три читали, а потому что вы сами для себя поставили внутренний вопрос и искали на него ответ. И если вы его там с моей помощью или со своей помощью нашли, то это у вас останется, нам желательно, чтобы это осталось не на один день, не на два. Если вы культуролог, что это вошло, так сказать, в сокровищницу ваших знаний. Правильно? Вот на этом построено. Поэтому я вас поздравляю, что вы культуролог. Вернемся к музеям. Коли мы затронули эту тему. Кто-нибудь, никто не скажет, что такое музей? Нет? Ну, вы не расстраивайтесь, потому что я историков спрашиваю, что такое история, они тоже не знают. Это так забавно.
Причем, ну, поскольку мне приходится там для разных этих конфликтологи, не знаю, что такое конфликт. Я вообще, например, начал считать, что, наверное, философы, те, кто не знает, что такое философия, конфликтологи, те, кто не знает, что такое конфликт. Конфликт, мальчик говорит, это встреча двух мнений. Философия это очень занимается философом. Так интересно. Встреча двух мнений, да. Я думаю, а ни разу не видел, чтобы два мнения встречались. Два человека с мнениями встречаются, у каждого есть мнение. Я видел, а чтобы два мнения встречались отдельно. Люди там где-то чем-то заняты, а их мнения встречаются. А потом, если они встречаются, почему это конфликт-то? Вот мы с вами встретились, и даже у нас, так сказать, какой-то спор завязался. А спор это что? Спор это что? Значит, товарищи дорогие, мы будем изучать с вами, значит, язык. Но-ка не русский. Делаю язык. Язык это что такое? Язык это вообще великое явление культурное, которое в себе воплощает то, что закреплялось столетиями и тысячелетиями. Да? И то, и за каждым словом стоят миллиарды таких вот использований этого слова. Поэтому все, что в языке вот не нужно, оно выбрасывается, а то, что нужно, оно закрепляется. То, что мы споры, это разногласия. Вы гласите одно, я глашу другое, у нас разногласие, спор. Спор – это просто разногласие. Но разногласие и конфликт – это разные вещи. Теперь, а конфликт – это обострившееся противоречие, такое, что для обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот тогда наступает конфликт. Не сидят за переговоров, а включаются другие в это средство. Дальше. История. Вот тоже я спрашиваю историков. Ну ладно, вот я сейчас на первом курсе читаю философию, а в прошлом году я читал на пятом курсе философию и историю. Пятый курс. Спрашиваю, что такое история? Это такое движение в зале. Ну, хорошо, а ну, так, что вы изучаете? Мы изучаем то, что было. Так что вы изучаете? То, чего нет. Правильно? И скоро вы будете специалистами, через полгода выйдете. Вот, они уже готовы будут, историки. Придете вы на место работы, скажете, я вот специалист, я знаю все про то, чего нет. Это забавно, мы такие специалисты. Это очень интересный человек, но нам такие не нужны. Зачем нам нужны люди, которые знают про то, чего нет уже? Я говорю, можно я вам скажу, что вы изучаете? Что? Это историки пятого курса сидят. Ну что, вы изучаете современность как результат предшествующего развития человечества. Берут руки и записывают. Понятно? И тогда вы можете гордиться, что другие без корней изучают, без движения к этому, там вот скажем, без того, что входит в культуру, между прочим. А вы изучаете вот совсем... Ну, возвращаемся к нашим баранам, то есть к культуре. У нас уже есть люди, которые были на занятиях, мы уже это разбирали. Напомните, пожалуйста, своим товарищам, культура – это что? Мы, по-моему, культуру не затрагивали, но еще одно общее определение – это все, что создано человеком. Все, что создано человеком. Вот я создал какую-то гадость. Это культура, да? А что человек вот создал там… Ну, это вот то, что разорение, это то, что в Хиросиме и Нагасаки создано человеком. Это не кошки. Разодрали это Хиросима и Нагасаки, это люди. Это сбросили специально бомбу на Хиросима и Нагасаки. Это создано человеком, это что, культура? Бомба? Не бомба, а вот то разорение, которое произведено, оно же создано, его же не было. Не было этого разорения, а потом произошло после взрыва бомбы. Но этому предшествовала большая работа, в том числе в области физики. Бомбардировщик летел, там был человек, который... Нажал на рычаг, чтобы бомба эта ушла вниз. Сначала на один город, потом на другой город и так далее. Это все с человеком создано. То есть человек создал ведь не только великие творения, но и великое зло. Ну а почему это не может быть культурой? Вот эта культура, то, что делал Гитлер во главе с фашистской партией. Он много чего создал. Создал фашистскую империю, потом создал разрушение, так сказать, во всей этой Европе и в мире. И долго с ним... Создал газовые камеры, это культура.
сжигал в этих газовых камерах людей. Это что же создание? Газовые камеры создали. Это создали, это люди делают. Поэтому это неудовлетворительное определение. Но мы говорим про действия конкретно, потому что, например, если мы сидим... Культура – это не действие. Ну, так я и говорю. Культура – это, не действие. Это, если действие, это еще не культура. А вот, потому что действия бывают положительные, отрицательные, прогрессивные, реакционные. Ну, так поэтому, если сказать... Они тоже породили за собой потом много чего, не только плохого. Ну, понятно, если сжечь в газовой камере, то что-то пеплом можно землю покрыть, так сказать, удобрить. Конечно, не только плохое, во всем отрицательном можно найти положительное. Это ваш ответ очень диалектичен. Я его приветствую, он совершенно правильный. Из этого не следует, что это действие не является отрицательным. То есть культура – это не само действие, культура – это означает, что вы должны, это, во-первых, это действие взять, все, что входит в культуру, надо уже взять как то, которое заснуло, как это действительное действие. То, что вошло в культуру, это оно уже не просто действие, оно уже достояние человечества, правильно? Какое достояние человечества? Достояние, вот скажем, фашизм достоянием человечества никак не является, несмотря на то, что фашисты что-то и хорошее делают. И танки неплохие делали, и самолеты неплохие делали. В это время. Но это не достояние человечества. Достояние человечества – это накопленный опыт человечества. Культура – опыт. А опыт бывает, опыт получается у нас и тогда, когда вы рассматриваете положительные действия, да? И тогда, когда вы рассматриваете отрицательные. И то есть вот то, что вы хотите сказать вот в этом высказывании, в этом определении учтено. То есть культура – это не просто это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Материальная культура – это вот то, что уже создано человечеством, и то, что этому человечеству нужно, потому что иначе вы опыт, так сказать, вы отбираете среди того, что создано, то, что, так сказать, может человеку и человечеству в дальнейшем служить, и то, что в дальнейшем человечеству какую-то дурную может услугу сослужить, отбираете и знаете, и духовный, то есть вы еще извлекаете уроки из всех тех исторических действий, которые были. Но та борьба, в которой это создавалось, в том числе, вот вы сейчас сказали, что люди, которые совершают отрицательные какие-то действия, тоже иногда какие-то создают при этом какие-то, так сказать, достижения. Они тоже входят в опыт человечества. Скажем, были наполеоновские войны, это, в общем-то, они, ну, так сказать, в деятельности Наполеона вы найдете и то, что является положительным, и то, что когда он боролся с феодализмом, а потом он опять, так сказать, сделал себя монархом, и пошел назад вспять, потом стал завоевывать, пришел сюда, здесь разорял землю, пока его не погнали обратно во Францию, и там стоит памятник нашему царю в Париже. Тоже, который входит, является в культуру, и сам памятник царю, что не ходите вы на Россию. Сколько уже из России приходили? Второй раз из России пришли войска в Берлин, и никто их, можно сказать, что Гитлер их позвал, пригласил. Потому что до этого так бы никто бы не пошел туда с войсками и с танками. Поэтому про русских говорят, что вот одни за границу едут на самолетах, другие на автомобилях, а русские на танках. Поэтому тоже какой-то получается опыт интересный. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Если кто найдет, что под это определение культуры что-то не подпадает, то вы скажите, мы подумаем, как усовершенствовать. Ладно? Как вот надо относиться к определению? Вот вдруг обнаруживается, что вот это вот культурное явление не выражается этим высказыванием. Тогда это не годится. Тогда что-то нужно сделать. А пока будем с вами использовать как рабочее, доколе. Дотоле, пока вдруг не откроется что-то нам такое. Да? Мы, получается, изучаем опыт? Опыт человечества. Человечество. Человечество. То, что можно тянет на то, чтобы это был опыт человечества, а не то, что вот у меня этот опыт есть, но он никому не нужен. Потому что это мой личный опыт, который никакого значения не имеет, поэтому опытом нет, человечества нельзя нет, и называть. Человечество складывается из опыт. Люди делают. Да, люди делают, но из того, что люди делают, вы такой гений, знаете, нет? Да. Кто это? Давайте сначала разберемся, прежде чем гений, талант, кто такой. Талантливый человек – это что? Какой? Одаренный. А? Одаренный. Чем одаренный? Определенные способности. Во. Какими? Вот, понимаете, определенные. Как это выходит? Ну, что такое? У всех определенные способности. Ни таких неопределенных способностей. Какими способностями? Выше среднего. Да, необычайными способностями, да?
Очень способный человек, очень способный. Теперь эту способность можно использовать по-разному. Вот, скажем, в отношении Гитлера вы же не скажете, что не способный человек? Подождите, но он способный человек? Талантливый? Талантливый. Картину рисовал? Рисовал. Книгу написал? Вы написали книгу? Картину нарисовали? По вам еще до него расти, расти. То есть он? В целом, да. В целом, да. То есть он человек талантливый. Это вот как раз в русле того, о чем вы говорили. Спрашивается, можно ли любого талантливого человека, например, талантливого разрушителя, назвать гениальным? Или гений и злодейство несовместимы? Вот, несовместимы. То есть, что мы называем? Какого человека мы называем талантливым, гениальным? Того, который не просто способным является, а который использовал свои способности, чтобы продвинуть человечество вперед в какой-то области. Вот если он продвинул человечество вперед, там, скажем, Чайковский, вот он гениальный композитор. А если он все время сочинял, и все это на уровне чижик-пыжик, так сказать, ну, да, он был. Но гениальным его назвать нельзя. Поэтому если человек не решил какую-то такую проблему, которая стояла по человечеству, не продвинул человечество вперед, то его назвать гениальным нельзя. Или, а есть люди, которые все, кому попало, кого не попало, называют гениальным. И вы гениальны, вы, и я, и все мы тут гениальны. Давайте друг друга объявим. И что от этого, что мы объявим? Ничего от этого не изменится. С другой стороны, это же все субъективно. То есть я же понимаю, нет, это не субъективно. Продвижение человечества вперед – это не субъективно. Это мы можем долго разбирать, что такое продвижение человечества вперед. Просто мы сейчас сразу не успеваем все разобрать. Я все сразу. То, что победители, конечно, не судят, но победитель тогда Гитлер сейчас преподавалось бы совершенно другое. И это считалось бы продвижением человечества. Нет, не считалось бы это продвижение. Это было, считалось бы мраком для человечества, это считалось бы дальнейшим движением назад. Сколько может двигаться назад человечество? Скажите, пожалуйста. Что какие-то есть границы? Нет. Что, вот Гитлер дошел до Москвы, а мог бы дойти до Урала, а мог бы уже сжигать вот русских в топках. Потому что больше сжигали евреев, русских тоже очень много сожгли. В количественном отношении русских и других национальностей сожгли больше, чем евреев. А в целом, конечно, там пропорции так было. Но никто не собирался русских оставлять здесь. У Гитлера был план такой, что русских покорить нельзя, они рабами не будут, работать на других не будут, значит, их надо уничтожить. Скажите, пожалуйста, вот у нас же есть опыт уже культурный. Североамериканские индейцы были и южноамериканские. Южноамериканских индейцев удалось покорить. Руки им отрубали, вы, наверное, видите картины там художников, когда видно, вот без рук работают, без ног некоторые. Это их заставили стать людьми, которые работают на колонизаторов. А североамериканских невозможно было их заставить. Они воевали, почти все погибли, там осталось их на то, чтобы показывать, что у нас есть местные жители. Вот в Соединенных Штатах Америки. Сколько их там? Несколько тысяч человек. И все. А так вообще ничего. Поэтому пришлось завозить рабов из Африки. Поскольку североамериканцы решили такое действие делать, надо рабство делать, чтобы была настоящая демократия. Она где была? В Риме, в Греции, там, где было рабство. Поэтому надо для настоящей демократии же завести рабов, иначе демократия будет не настоящая. Поэтому вот кто воевал в войне севера против юга? Какая партия была, она возглавляла юг рабовладельческий, а какая партия возглавляла север, который был против рабовладения? Какая партия? Кто знает? В Соединенных Штатах Америки какая партия возглавляла рабовладельцев? Когда? Демократическая. Поэтому это очень забавно получается, тем более, что, скажем, нынешний президент США, у него черты лица, так сказать, явно говорят о том, что он потомок выходцев из Африки, бывших рабов. Но природа – это, так сказать, история очень причудливая, поэтому, так сказать, всякое может быть в истории. Поэтому бесконечного движения вспять быть не может. Вы вообще стоите на точке зрения того, что вот идет усложнение материи или она рассыпается? Вы, как вы понимаете, развитие? Вообще развитие. Рассыпается. А вы, наверное, не знаете, что такое развитие. Развитие, наверное, не знаете. А кто знает, что такое развитие? Вот обратите внимание. Мы сегодня говорим
только о тех понятиях, которые широко употребляются. Или, другими словами, известных. Не просто известных, а широко известных. А теперь я могу вам объяснить, почему мы, так сказать, вот не знаем их определений. Потому что об этом Гегель специально пишет. Гениальный философ диалектики, который пишет, что известные еще не есть от того познанные. Но поскольку они давно уже известны всем, кто будет заниматься тем, что и так уже известно? То есть то обстоятельство, что это и так уже известно, людей толкает к тому, чтобы они этим не занимались. И они вот самыми такими крупными понятиями, широко употребительными, они остаются с теми представлениями, которым положены в детстве. Получены в детстве. Вот с этими детскими представлениями они будут жить до глубоких седин, если они не проведут соответствующую умственную работу. Потому что человек знает, что такое деньги, потому что слышал деньги. Спроси вот людей, чтобы они все какую-то такую чушь говорят про деньги. Они не знают, что это такое. Но сейчас, может, мы не будем на это отвлекаться, мы потом еще об этом, может быть, и скажем, но уже мы набрали столько понятий, еще нам надо не расхлебать. Вот понятие развития. Что любое движение развития, вот движение к смерти – это развитие человека? Ну, кажется, человек смертен, правда? Или, как другие пишут, из этой жизни никто еще не вышел живым. И что это движение к смерти – это и есть вот это развитие? Само по себе движение к смерти? Нет, наверное, да? Вот когда вы говорите о том, что я, так сказать, культуролог в становлении, вот это развитие, правда? То есть вы вот идете от ничто, культуролога, к бытию культуролога, правильно? Находитесь в становлении. А бывает такое действительное движение, в котором бы не было двух противоположных движений. Вот люди развиваются, а между прочим, и стареют. И не только я старею, но мне это так даже и видно. А вот в том числе и те, кто сидит напротив, на которых это никак не видно, они только расцветают. Но это расцветает, это вовсе не значит, что этого движения нет. Правильно? То есть есть и то, и другое. И есть прямо противоположные движения в одном движении. Что для нас тут нового? Ничего нового. Потому что для философов, а мы все с вами философы, и находимся в Институте философии, для нас доказательство противоречивости чего-либо для нас не является каким-то открытием. Наоборот, если мы что-то не сумели рассмотреть как противоречивое, значит, мы чего-то еще не додумали. Это мы еще не доделали, не доузнали и не доисследовали. Так вот, если определение развития очень простое, это движение низшего к высшему, простого к сложному, скажем, есть низшие животные, есть высшие животные, правда? Там, человек есть высшая форма развития материи. Вот это движение низшего к высшему, простого к сложному, называется развитием. Но всякое развитие противоречиво. В нем есть, в этом развитии, в любом, всегда прямо противоположные тенденции. Одно движение в нем совпадает с направлением развития, а другое противоположно направлению развития. Как вы думаете, как называется такое движение в развитии, такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития? Это слово вам не просто знакомо, а вы тысячу раз его употребляли. Другое дело, что вот мы сейчас поставили задачу все строго определять. Так вот, такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития, называется, вот, золотые слова, прогресс. Прогресс. То есть вот я сейчас спрошу, а вы как считали? Так вы так и думали про него, правда? А вот такая тенденция в развитии, которая противоположна развитию. Она в развитии, конечно. Человечество развивается, в нем есть. Как она называется? Регресс. Или по отношению к общественным явлениям – реакция. Там реакционеры, реакция, годы реакции и так далее. А по отношению к не к общественным явлениям – просто регресс. Потому что регресс может быть и в природе. Там бы не сказать, что это реакция. Волк съел зайчика. Что тут для волка это прогресс, для зайчика регресс явно. Потому что, или как показывают, как акулы или поедают, или киты, там этот планктон, сколько там живых организмов пропадает. Но они превращаются в более высокий организм. Это же прогресс. Ну вот. А это очень, вот это вот понятие прогресса,
дает нам критерий вот отбора того, что, что значит опыт человечества. Опыт человечества, вот мы как определяем, что способствует прогрессу, что способствует развитию, что способствует деградации. И вот человек культурный, он знает это. То есть он извлекает опыт из каждого действия. Поэтому я не протестовал против того, что вот вы говорили, наверное, в действиях и самых реакционных сил есть что-то прогрессивное. Если вы посмотрите, там, скажем, вопросы, которые там задаются студентам, вот, есть ли такое прогрессивное явление, в котором бы не было никакого там регресса? Если такой регрессивный человек, который бы не делал ничего положительного? Например, мошенники, они ведь что-то у них есть же хорошее? Мошенники. Они же умеют, так сказать, входить в доверие, да? А вот другие, не мошенники, не умеют. Но учитесь у них входить. Так они, как называется статья, как звучит статья о мошенничестве в Уголовном кодексе? Это злоупотребление доверием. Вот если человек, вы доверяете ему, а он пользуется вашим доверием, чтобы вас обмануть и оставить без денег. И у нас таких ситуаций было последние годы, десятилетия, тьма. Например, там, вы, наверное, помните, были эти МММ, все знаете, там, Леня Голубкова, там, Властелину, Хопер Инвест, Гермес Финанс, деньги с людей собирали, потом уезжали. Или последний нашумевший. Вот есть такой. Он бизнесмен, который сейчас находится в Камбодже. Он собрал 6 миллиардов. 6 миллиардов, Полонский. Полонская его фамилия. 6 миллиардов собрал с вкладчиков, которые, с дольщиков, которые хотели построить себе квартиры, а другой его компаньон, компаньон его как бы строил, а он как бы только собирал на это строительство деньги, потом он собрал эти 6 миллиардов и уехал с ними в Камбоджу. А там, чтобы его обратно Россия не вытащила и не судила, он там начал хулиганить там, драться там с местными матросами, его посадили в тюрьму. Это ему не понравилось, тогда он решил, так сказать, как-то надо оттуда выбираться. Он говорит, а вот давайте как-то сделаем, чтобы я бы остался в Камбодже, но не в тюрьме. Они говорят, давай $1 миллион. И он отказался. То есть он думал, что 6 миллиардами приедет, а там же свои, желающие поживиться этими деньгами. И вот так это все достигло. Ну, а что касается этих вот людей, которые сдали 6 миллиардов, ну, они остались, как вы понимаете, ни с чем. И это тоже опыт. Как этот опыт закрепляется? Например, вот я читал собрание сочинений Ленина подряд. И вот натолкнулся на такое место, которое меня даже обидело. Кто в политике, в экономике верит на слово, тот круглый дурак. То есть как-то, ну как, верить вроде хорошо, вот я вот вам поверил, да? А потом говорят, вы дурак. Читаю дальше, дочитал до конца, еще одно место нашел, больше не нашел ничего. Тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый идиот. На этом я и успокоился. Вот урок этого дела. Действительно. То есть, если дело пошло об экономике или политике, на слово верить никому нельзя. Мне никогда не верьте. Вы паспорт мы проверяли, а я действительно тот, за кого себя выдаю. И так далее. Так что вот. Так что вот будьте бдительны, товарищи. Переходим. Значит, еще раз. С культурой мы разобрались. Культура. Это накопленное понятием культуры. Только понятие, только определение. Это культура глубокое и содержательное явление, с которым никак нельзя разобраться в несколько минут. Но определение достаточно. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Так. Ну вот, в связи с этим, поскольку мы... Еще один надо вопрос решить. Мы с вами философы или не философы? Как бы ответить на этот вопрос? Вы философ? Да или нет? А что вы тут делаете у нас в Институте философии? Что вы тут делаете? Зачем сюда зашли? Я же не на философском отделении учусь. Что значит? В чем это отделение? Вы не знаете, как у нас институт называется? Философии. Тут что делаете? Я не стану вас уж требовать, чтобы вы вышли, а вы философы? Наверное. Ну, тогда сидите. А вы? Тоже, наверное. А вы? А вы философ.
А вы как считаете, культурология – это не философия? Все у нас в жизни философия. А? Все у нас в жизни философия. Нет, у нас не в жизни. У нас все вот то, что преподается у нас, все, что, все отделения, которые есть у нас, это разные виды философии. У нас есть, например, вот вы видите кафедры, идете там к студенческому деканату, с левой стороны написано кафедра онтологии и теории познания. Ну, теорию познания вы знаете, что онтология, знаете, что такое? Это не разберешь. Он, то и логия. Учение о бытии. Это философия или нет? Философия. То есть философия дробится на ряд специальностей. Причем есть такие сугубо теоретические, вот как онтология и теория познания. Тут что, тут чисто философская, да? Теоретика философская. А конфликтология, что чисто философская? Нет. Это философия, прилагаемая к чему? Исследование конфликтов. А если философия прилагается к исследованию культуры? Потому что если у нас же есть там другой очень, имени Крупской, там вот есть институт, университет. Вот. Вот там готовят, так сказать, просто людей, которые изучают просто культуру. А мы культурологи, как логос – это знание, это люди, которые знают что-то, смотрят на эту культуру с философских позиций, прикладные философы. Ну, изучали, но мы же сейчас должны осознать, что мы делали, что мы там делали и что получилось. То есть, что такое логос-то вы должны осознать? Вот это хвост, который от культурологии, вы его ничего не берете. Вы берете культуру. Культура Германии – это неправильно. Вы не культура Германии. Вы изучаете культуру Германии, вы знаете культуру Германии, а вовсе не в культуру Германии вы не входите. Вы входите в культуру России, дорогие товарищи. Я вас об этом информирую. Вот вы входите не только в культуру России, еще и в науку России и в образование России. А вот мы изучаем ту, вот как, потому что наука России изучает, и образование в России изучает, и обучает, в том числе и культуре Германии. Знает логос. Логос – это знание. Вот мы в этом должны разбираться, в этой культуре. С каких позиций вы будете разбираться? Для этого надо, я вот вас спросил, а вы должны были меня спросить, а что такое философия? Я бы на вашем месте спрашивал. И вы тогда вы не стали со мной спорить. А что такое философия? Ну, что-то плохое или что-то, наоборот, хорошее? Философия – это что? Умирание. А? Умирание. Нет, это неправильно. Даже, вот давайте попробуем сначала филологически на него ответить. Филла – это что такое? Мудрость. Вот, что вы против? Ну, наоборот, любовь. Любовь. Вот, а София? Мудрость. Ну, что плохого-то? Любовь к мудрости. Вы не хотите быть мудрым человеком, а то и не хотите? Вы же в становлении находитесь, сейчас вы еще не мудрые, останетесь мудрые. Это плохо разве? Что-то плохого, как-то вот так. Если не можете гарантировать, что я сама. А? Если не можете гарантировать, даже я сама себе не могу гарантировать, что я сама. Ну, еще и гарантии, потом страховое общество, и не будем гарантировать, что они вас обдерут как липку. Будете туда деньги сдавать, а когда придете получать, ничего не останется. Так, я хочу вам такое шуточное дать определение. Вот чем отличается мудрый человек от умного? Умный. Он такой умный, он знает выход из любого положения. Что бы вы там ни натворили об этом, вы из него вышли. А мудрый просто туда не заходит, в это положение. Так вот, но это не определение философии. Это высказывание, суждение о ней. Точно так же, как я могу сказать, что ручка есть собака. Это определение ручки? Нет. Роза есть растение. Правильно? Ну и крапива есть растение. Если я по определению... Значит, что роза есть растение, бери любое растение, не ищи, да вы не обрадуетесь, если вам принесут букет крапив. Тем более в руки не возьмете, уж точно. Поэтому эта вот форма характерна для всех суждений. Я есть человек, там, я студентка, я гражданин России, я там, жительница Петербурга, я там, работник или представитель там, Ленинградского или Санкт-Петербургского государственного университета. Это все равное суждение. А... Евгений Петрович, перезвоню после лекции. Прошу прощения. Угу. Вот. То есть, когда мы говорим о философии, надо, о науке вообще, надо знать ее предмет, что она изучает. Что изучает философия. Тогда будет понятно, изучает ли она то, что входит в предмет культурологии. Правильно? А если мы не знаем, что это такое, мы не знаем соотношение. Что
Что изучаешь в философии? Вот если брать одно слово для ответа на этот вопрос, философия изучает всеобщее. Всеобщее, то есть то, что есть во всем. И в культуре, и в конфликтах, и в истории. Всеобщее. То есть тот, кто не знает всеобщего, тот делает очень крупные ошибки. А тот, кто не знает чего-нибудь конкретного там, из области культуры, из области истории, из области каких-то конфликтов, он ошибается в частностях. Так вот, наша задача – применить знания об общем к какой-то конкретной области. И чем отличается наше отделение? У нас есть эстетики, отделение, да? У нас есть религоведение, у нас чего только нет. У нас есть и музейное дело, и чего только у нас нет в институте философии. Но вот у нас вот кафедра, которой я принадлежу, называется кафедра социальной философии и философии истории. У нас тоже свой предмет. Не все же относится к социальной философии. Есть философия природы. Есть у нас отделение науки и техники. Философия науки и техники, разумеется, а не самой науки и техники. Самой наукой и техникой занимаются в технических вузах. А мы занимаемся философией науки и техники. И вот если говорить о том, что значит всеобщее, это значит философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. И мышление. И сразу вам скажу, почему мы с вами особое внимание уделяем именно определениям и мыслительным категориям. Почему? Потому что сами эти мыслительные категории, они уже отобраны. Язык уже отобрал то, что является общим. Он же... Ну, что такое там стол, за которым вы сидите? Это же... Понятие стола означает и этот стол, и шахматный столик, и обеденный стол, и стол переговоров, и круглый стол, и овальный стол, и стол инкрустированный. Все это стол, 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 стол. То есть тут такое обобщение. Поэтому, когда мы говорим понятие стола, на самом деле мы бесконечное обобщение берем. Или там дерево, и береза дерево, и клен дерево, и ель дерево, и сосна дерево, все. И платан дерево. И вот я как-то был в Бельгии, в Антверпене, где я жил несколько дней. Вот мы едем вместе с теми, кто нас сопровождает. Я спрашиваю, а что это за дерево? Такое дерево, прямо центральная улица Антверпена, высоченные деревья. Как будто такие заплатки. У них оголенные какие-то заплатки на дереве. Но красивое такое дерево. Я спрашиваю, что это за дерево? А мне этот бельгиец отвечает, я не биолог. Но я так подумал, у нас там какие-то малолетки ходят, там гербарии собирают, там все это складывают, сушат. А он говорит, я не биолог. Ну ладно, второй раз я еду с другим. Я говорю, это не знаете, что за деревья? Ну как-то странно, ты едешь у себя в городе, ну в городе стоят огромные деревья, не знаю. Что за культура у них развития такое? Что это такое? Он говорит, я не биолог. Ну ладно, думаю, я добрался до у нас, сопровождал нашу группу один довольно разносторонний товарищ. Вот, Жеф Басой. Я говорю, Жеф, что это у вас за деревья-то? Ну, это платан. А я в книжках видел платан, там, вы, наверное, читали под платаном там, и так далее. А что это за дерево? Ну, вот я, наконец, я узнал, что это за дерево, но вот я чуть ли не с третьего раза только узнал, и то вот одного человека. То есть до того, да, специализировались, что они уже не видят вообще, что является общим, и не знают таких вещей, которые, ну, казалось бы, должны все знать. То есть философия изучает всеобщее. Она в чем всеобщее изучает? Во всем. Во всем. Во всем. Значит, какая бы это ни была область, а философия изучает общее. То есть вы должны видеть, как законы философии, как философские истины проявляются. В какой области? В области культуры. А конкретно, кто занимается итальянской культурой, как они себя проявляют именно в итальянской культуре? Потому что ни одно общее положение, ни один общий закон не проявляется абсолютно одинаково, с абсолютной тождественностью в самых разных конкретных областях. Правильно? То есть, если человек просто вот утверждает какие-то общие истины, вроде как я сейчас утверждаю, да, и он, так сказать, не может их показать, как они себя проявляют там в культуре, Германии, там, в еврейской культуре, в культуре Италии и так далее, и других стран,
Ну, он, так сказать, он, значит, плохой и философ. То есть философ должен видеть эти же самые общие явления, общие законы в их конкретном выражении. Вот все мы люди, но каждый из нас есть вполне конкретный человек. И мы должны, во-первых, знать все про нас, как про людей, но еще это будет полдела. Потому что есть общее, есть особенное, потому что вот есть люди, а есть студенты. Вообще студенты тоже люди, но это особые люди, студенты, правильно? Они быстро очень развиваются. Вот их нельзя ругать. Почему их нельзя ругать? Потому что вот, я вам уже объяснил, потому что вы правильно сказали, я же еще пока. Ну, если вы в становлении, то что вас можно ругать? За то, что вы идете от незнания к знанию. Я говорю, вот вы это не знаете, это не знаете, это не знаете. Я говорю, вот если бы вы бы не знали, вот зачем вам дали профессора, а вы этого не знаете, того не знаете, а я и должна еще не знать пока. Мое дело вот только получать. Вот, то есть это особая категория. И, наконец, единичная. Есть студенты, а есть вот конкретная студентка. И никуда вы не отвертитесь. Зачет буду я у вас конкретный принимать. Не у какого там человека. И не у студентки. А у вас конкретно лично. Лично я и буду принимать. И не какой-нибудь там профессор, который там в соседней аудитории. А вот я и буду принимать. То есть все у нас придет в соответствии с тем, что общее проявляется и в особенном, и в единичном. Но каждый человек об этом, вот это как раз вопрос культуры. Каждый человек принадлежит и всему человечеству. Вот вы не только единичные, но вы человек. И никакого другого человечества, как состоящего, иначе как состоящего из конкретных людей, не бывает. Каждый человек вроде бы конечен и смертен, а человечество бессмертно и вечно. И никакого другого человечества, кроме как вот взятого человечества в своем движении, что вот приходят новые поколения, новые поколения сменяют друг друга, получают то богатство, которое они добыли, материальное и духовное, которое уже имеется, да? И это материальное богатство способствует дальнейшему развитию вот новых поколений людей. Они создают еще более, больший объем богатств на этом базисе, на этой основе. И так идет развитие человечества. И оно в этом смысле бесконечно и вечно. Поэтому картина вот, культурологическая получается более богатая и красивая. Не просто я вот я узнал, что есть в культуре. Ну, все искусствоведы, они знают, что там есть, вот они изучают, там, что там есть такое, или какие-то виды там еще деятельности они изучают. Вот археологи, они черепки изучают, а это есть вообще-то историки. Потому что они эти черепки должны постараться сложить и понять, какую роль вот эти сосуды и эти орудия играли в становлении человечества. А если они просто скажут, вот мы привезли, мы раскопали, ну и что дальше? Что? Ну вот амфора, ну и что? О чем она говорит? То есть за этим, за, так сказать, материальными и духовными вещами мы усматриваем опыт человечества. А вот это и есть культура, накопленный опыт материальный и духовный. Это вот мы должны в этом хорошо разобраться или разбираться, потому что, ну что значит вот изучать это произведение или любое другое. Читать? Ну, что тут изучать? Зачем для этого занятия? Я не очень понимаю. Ну, вы прекрасные. Что, вот и вы что, у нас изба читальня? Что, вы не можете без меня прочитать? Можете. Ну, или имеется в виду, что я должен вас заставить прочитать? Ну, для этого есть там деканат. Мы можем очень просто сделать. Кто не прочитает, вы придете на экзамен, я поспрашиваю, увижу, что вы не читали. Два. Или там, не зачет. Не зачет. А у нас государственный университет. А государство – это машина насилия. Отчислим. Это что, культура? То есть не так мы должны действовать, правильно? Вот, поэтому вот с пониманием того, что мы с вами а. философы, б. прикладные философы, культурологи, вот мы должны это вот общее в конкретном видеть, берем конкретное и не терять общее. Иначе было бы странно, что мы вот такие вопросы изучаем, которые вроде к нам не имеют никакого отношения. Все имеет отношение, безусловно. Означает ли это, что вот если человек там какие-то субъективно настроен в одном ключе, допустим, идеалист, то он вот не создаст что-нибудь великое, которое вовсе, так сказать, которое не принадлежит только идеалистам, оно принадлежит всему человечеству. Не означает, да какая угодно у вас позиция, можете как угодно ко мне относиться, сделайте что-нибудь хорошего. И я, как ваш преподаватель, буду доволен. Это моя студентка, вот она сделает что-то хорошее там. И будете на меня ругаться. Я скажу, ну вы ругайтесь. Ну сделайте что-то хорошее. Скажу, вот она, видите, она меня училась. Не, это не я, это она сама такая самостоятельная. Что тут плохого? Вот у меня учился товарищ Кудрин был, дипломник.
у меня. Может, меня в тюрьму поведут скоро, может, не поведут, еще не знаю. Скажут, что вы там готовили? Каких? Но он был в кружке по диалектике. Между прочим, это не безвредно для него было. Хорошо занимался, и отличник был. Так, ну хорошо, значит, мы с этим вроде бы с вами разобрались, с тем, что такое культура, что такое культурология, связь философии и культурологии, и можем снова двинуться к тому тексту, который мы изучаем. И по дороге, если мы встретим что-то для нас незнакомое, мы обязательно будем на этом останавливаться. Ну вот я обратил ваше внимание на то, что вот согласно гегелевской системе идеи, мысли, понятия производили, определяли, держали под своей властью действительно жизнь людей, их материальный мир. То есть гегелевская система в чем состояла? Что есть идея, идея, вот она первична, идея разворачивается в материю, а дальше, так сказать, уже материя развивается до человека, а уже человек, как существо, обладающее сознанием, порождает новые идеи, познает этот мир, в котором он живет, ту же самую материю, и снова приходит к идее. И тем самым гегелевская система замыкается от идеи, как бы в начале, до идеи в конце. Он создал систему науки, а система – это не просто какой-то набор сведений, а это такая система, в которой есть начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Это не так много наук, которым удалось, не так много дисциплин и направлений, которым удалось так построить. Я думаю, что культурологии еще пока не удалось, медицине пока не удалось. Почему? Очень сложный материал. То есть более простые науки, там математика, она уже построила. Там, вот возьмете, там так идет от простейших в основе математики, что лежит, неопределяемые понятия и аксиомы. И вот, так сказать, все это дальше строится. Вот Гегель это сделал для философии диалектической. У него очень стройная система, кончается все абсолютной идеей. С нее начинается, окончается абсолютной идеей. Хотя не с этого начинается наука логики. Наука логики начинается с чистого бытия. А сама гегелевская система вся в целом начинается с абсолютной идеи. И заканчивается абсолютной идеей, вобравшей в себя все богатство содержания. Чем-то это вам напоминать должно культурологию, потому что вы вот начинаете изучать культуру той или иной страны. Вначале вы еще ее не изучили, или знаете мало, или знаете недостаточно конкретно, недостаточно полно, не определили связи, не видите ее в движении, в развитии, потому что если вы изучаете культуру просто как мертвую, то это тоже неправильно. Правильно? Надо понимать, как, что из чего получилось, какие боролись тенденции и чем в конце концов закончилось. Вот поэтому, вот, скажем, удастся это построить в какой-то мере систему, это будет большое достижение, конечно. Тем более, что всякое ваше произведение, итоговое, с которым вы должны выйти из стен университета, должно состоять на какую-то такую знание систематизированное. Желательно, чтобы там оно шло от простого к сложному, и чтобы представляло собой систему знаний о том предмете, который у вас стоит. В связи с этим я должен вам вот наряду с такими известными для вас понятиями еще одно понятие назвать, которое очень сложно определяется, но очень известно. Метод. Все знаете, что есть метод, правильно? Вот есть культурология. Это наука, наука. У нее, значит, есть метод, правильно? А что такое метод? Метод что такое? Ну, это средство использования. Средство. А средство что? Средство – это инструмент. А инструмент что? Это метод. И по кругу поехали, и поехали, и поехали. И вот вы, если откроете какие-нибудь словари, всегда люди вот хватаются, так сказать. Хотя для нас, вот для тех, кто занимается наукой, словари, строго говоря, это не для нас. Мы должны брать научное произведение. А что такое словарь? Ну, написал кто-то словарь, деньги получил. А вы на нем споткнетесь потом, потому что схватили оттуда что-то непрожеванное. Метод. Вот великие люди, а мы должны у великих учиться, да, вот Гегель сформулировал, что такое метод в науке логики своей.
метод, вот это можете записать, потому что это сразу даже и не запомнишь. Это есть осознание формы, метод, есть осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Метод, есть осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Метод есть осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Ну вот это вот когда такая вот эта структура объемная, тут надо выделить главное ядро. О чем идет речь? О самодвижении и содержании, правда? Вот если вы изучаете, скажите, вот эту культуру какой-нибудь страны, правда? Вы же имеете дело с каким-то содержанием, правда? Вы содержание будете как мертвое брать или как самодвижущееся, которое имеет свои, так сказать, вот, свое движение, связано с тем, как оно возникло, какие люди в этом участвовали, как на это что-то повлияло, и политика государства, и экономическое обстоятельство, и историческая эпоха и так далее. То есть надо взять материал, который вы будете изучать, в движение. И не такое, что вы толкнули, оно пошло. Не вы толкнули, это значит разобраться с самодвижением этого материала. Вот это первое. Первое положение, которое вывод из этого определения. Второе. Нужно брать не просто это движение, а раз это самодвижение, понимать, что у него есть внутренние противоречия. Потому что источником самодвижения является противоречие. Правильно? То есть вы должны понять, какие же противоречия были в этом материале. И эти противоречия вскрыть и сформулировать. И никто, это философский подход, идеалектический подход, никто за вас противоречия в соответствующей, так сказать, культурной среде не исследует. Вот, допустим, я, если я это не изучаю, я это никак тут вам, так сказать, за вас такую работу не сделаю, правильно? Это вы должны сами сделать. Вот эти противоречия изучить, чтобы видеть, а что же приводит все это в движение, что явилось источником. Не останавливаться просто на фактах. Были, писали, рисовали, были такие художники, были такие музыканты, А какая была внутренняя борьба, так сказать, вкусов, взглядов, позиций, сторон? И к чему она приводила, и что победила, и хотя иногда побеждает позитивно, иногда побеждает негативное, реакционное даже. Хотя приятно по отношению к культуре, но, так сказать, это не совсем. Потому что это слово реакционное, наверное, не подойдет. Может, скорее регресс там в чем-то. Короче говоря, речь идет о том, чтобы мы изучали содержание как самодвижущееся, а следовательно, его противоречия вскрывали и осознательно форма этого самодвижения. То есть, если вы форма этого самодвижения, то есть, как оно происходило, в каких формах, вот мы, если осознали, и это изложили в своей работе. И все. И у вас отлично получилась дипломная работа. Если вам нужен будет рецензент, приносите мне, я вам рецензию даю. Там так это... Вот что означает метод. То есть, это очень глубокое понятие. Поэтому у каждой науки в этом смысле свой метод. Можно сказать в общем виде, да, метод у нас диалектический, имея в виду, что во всем есть противоречия. И если вы не знаете, как исследовать противоречия, то вы ни в какой области не возьмете то, что изучаете, как самодвижущееся, то есть как живое. Но этим отговориться нельзя. То есть надо изучить конкретные противоречия конкретного предмета и видеть, как они между собой связаны. Нет, есть более общий, более частный, а есть более конкретный, более частный. Вот я, когда писал свою докторскую диссертацию, я, например, изучал, вернее, строил систему противоречия развития социализма как коммунистического способа производства в первой его фазе, вот связанной с тем, что какие эти противоречия. И в отличие от, скажем, предыдущих работ, выявилось, что кроме этой позитивной тенденции к развитию, к расширению, к улучшению, объективно действует прямо отрицательная тенденция, негативная к разрушению, уничтожению. Вот. И в известном смысле можно сказать, что вот, когда мою диссертацию утвердили уже в ВАКе,
докторской. Тут как раз социализм и разрушился. А вот до этого, как бы, хотя уже, так сказать, вот была речь о том, что есть такие вот движения и тенденции к его разрушению. А хотя у нас ни в практике преподавания, ни в науке считалось, как бы их нет. Как бы я вот слепой на один глаз. Вот если справа кто-нибудь подойдет и стукнет меня по голове, я и не замечу. Надо видеть, что есть кроме позитивных, скажем, даже вот политэкономию преподавали мы, там звучал вопрос так: становление, возникновение и становление социализма. А почему нет прихождения его? Становление — это есть и прихождение, то есть движение вниз, и возникновение. Разбрали только возникновение, это неправильно. Ну вот, Гегель разработал понятие метода очень хорошо, а применять его — это уже дело. Вот это он как бы открытие сделал, а дальше наше дело, что он двигается. Это сложное понятие, даже вот оно формулируется сложно. То есть некоторые формулировки очень простые, а некоторые формулировки вот не очень простые, но они научные. Так, ну вот наша задача ведь что тут искать? Только то, что может послужить нам в дальнейшем хорошую службу в качестве для построения нашей системы. Да, вот мы уже говорили, я еще раз обращаю внимание, это тех, кто в прошлый раз не был, что вот на странице 16, можно сказать, в вычеркнутом, говорится, что мы знаем только одну единственную науку — науку истории. Только я вам доказывал, что вроде как все мы философы, 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 философы. А тут вот товарищ Маркс и Энгельс говорят, что мы знаем только одну науку — науку истории. Что имеется в виду? Что историю можно рассматривать с двух сторон. Ее можно разделить на историю природы и историю людей. Вы чувствуете, как вы близки были прямо к тому, что вот Маркс и Энгельс сказали? Был вообще третий человек. Маркс, Энгельс, и вот вы-то об этом говорили, то, что соединяет, ну, правда, разделяет, говорили, но у них даже и разделяется здесь природа и история. То есть человек, он же взаимодействует с природой в своей деятельности, правильно, человечество. Поэтому человеческая история – это и изучение его взаимодействия с природой, то есть это все науки о природе. Все науки о природе, все естествознание. И, собственно, человечество, когда исследуется гуманитарной сферой, это уже общественные науки. Ну а в целом, если все это взять, это будет науки о человечестве не неподвижном, правда, а о движущемся. Ну а движущееся человечество – это история. Так? Человечество в движении – это история, можно так сказать. Не наука уже историческая, а вот вообще просто движущееся человечество. А вот если мы берем мгновенный снимок вот человечества сейчас, ну это есть вот данный момент, ну что, текущий момент. А куда он течет? Это вот он и там течет, и туда течет, и противоречия есть, это уже другой вопрос. Так, вот дальше, как мы обнаружили с вами, мы еще с вами как бы повторяем пройденный материал, как мы обнаружили, младогегельянцы, они разделяют с Гегелем, со всей системой идеализма, веру в то, что, я беру страницу 17-ю, что в существующем мире господствует религия, понятие, всеобщее. Вот с одной стороны, я вот обратите внимание, я все нажимал на понятия, как важно их изучать и так далее, как важно знать определение. Но вообще-то что господствует в обществе? Все это является решающим, определяющим в человеческом обществе, понятие или что-то другое? Вот вопрос, который перед нами стоит. И вот на него мы здесь, вот в этой работе, получаем однозначно. Нет, не понятие является, наоборот, сами понятия являются продуктом чего? Что является решающим, определяющим в человеческой истории? Вот давайте посмотрим, что и кто ответит. Что является определяющим? Вот вы уже читали, изучали. Ну вот, Екатерина Кукушкина, что является определяющим человеческой истории? А? Что? Ну что вы так тихо говорите? Я вам сейчас объясню, чем отличается задача на отлично от задачи на 4. Вот как вы сказали, это 4. Неуверенно. Определяющим человеческой истории является производство. Ну, это отлично. А вы то же самое сказали, вам 4.
Это так всегда бывает. Одни вот так вот выступят, что-то скажут, им хвалят, а другие вот скромные люди их обижают. Не надо, чтобы вас не обижали. Вы совершенно правильно сказали, определяющим является производство. Ну вот тут мы сразу опять попадаем в ситуацию, которую нам нужно разъяснять. И которую мы, ведь мы же изучаем, не читаем просто книгу, а изучаем те положения, смысл которых может быть понятен только тогда, когда мы будем понимать все составляющие. Что такое производство? Кто-нибудь знает здесь присутствующие? Я не думаю, что кто-то не слышал такого слова, да? Ну, что такое производство? И я, причем, упреждая возможный, так сказать, ответ, сразу ставлю вопрос, давайте мы с более простого начнем. А что такое труд? Вот вы труд знаете, что такое? Вот вы знаете, что без труда не вытащишь рыбку из пруда. А что это такое? Осуществление каких-то действий для достижения цели. То есть, если я подхожу сзади с топором и бью по голове вас, это труд. Да, это тяжело было за вами гнаться с топором. Вы быстро бежали, а я уже не в том возрасте, чтобы вас догнать. Но я все равно удалось. Понимаете, что вы делаете таким? Это страшные вещи туда под понятие труда закладываете. Деятельность. У нас таких деятельностей много всяких. У нас преступники, террористы, чем насильники. Черт кто у нас есть. И все деятельные такие еще. Более деятельные, чем мы с вами. Поэтому взять и всякую деятельность объявить трудом, это вы напрасно, это так недопустимо. Так не проходит. Так, Васильева, Ирина. Это вы и есть. Вот и вы и есть. Да. Ну что, теперь Бабичева пойдет. Что такое труд? Труд, конечно. О чем они знают? Это черти что, да? Это направлено на создание чего-либо. Ага, хорошо. То есть это не просто деятельность, а созидательная деятельность. Чувствуете разницу? Это вот, вот хорошо. Направлено на созидание человека. А вот здесь такие деятельные люди еще хлопочут, хлопочут. Чего хлопочут? А ничего нету в итоге. Вот перестройщики все. Что они делают? Вот можно смотреть. У нас есть, вот для культурологов это очень важно. Вы знаете, где у нас манеж находится, да? Выставочный зал на Исаакиевской площади. А что там раньше было? Ну, история вопроса. Мы же в движение все берем. Там всегда был манеж, что ли? Так изначально манеж и строили. А не видели там, какие статуи стоят? Кто там рядом-то, какие статуи? Я не помню. А лошадей там не запомнили? И всадники? Там какой-то? Да, там был, да. Конюшня там, короче говоря, была. Так вот, значит, если взять конюшню и перестроить ее в дворец, это же хорошо. А если взять дворец и перестроить его в конюшню, как делал Михаил Сергеевич, он перестроил Советский Союз, огромную державу, в конюшню. Это хорошо? То есть перестройка сама по себе, она говорит, что хорошо или плохо. Это все зависит от того, куда чего. Куда мы чего перестраиваем, ради чего. Например, Московский Кремль, он же деревянный был раньше. Его же перестроили, он же лучше стал. Вам нравится Московский Кремль? Прекрасное же произведение зодчества, да? Вот. А он же... Поэтому... Скажем, не всякая перестройка плоха и не всякая перестройка хороша. Всегда речь идет о содержании. Всегда речь идет о содержании. Поэтому, значит, труд, совершенно правильно, это созидательно. Это труд в широком смысле. Всякое созидание, всякая деятельность, в результате которой есть какое-то созидание, это труд. Перезвоню после лекции. Сейчас лекция, прошу прощения. То есть всякая деятельность – это труд. Вы простите, всякая деятельность созидательная. Это труд в широком смысле. А есть труд в более узком смысле. В смысле производства материальных благ. Вот если вы возьмете такую деятельность, непосредственным и основным результатом которого является материальное благо какое-то, там хлеб, станок, книга, книгу пишет... Писатель, его созидательная деятельность духовная, а издает книгу и печатает ее рабочие на типографии. Их деятельность материальная, они производят носитель этой самой мысли, от этого образа и так далее. Так вот, если между мною и продуктом материальным нет другого человека, я непосредственно произвожу, то я тогда рабочий, занимаюсь материально-производительным трудом. А если понятно, да? Между мной и продуктом материальным
нет еще одного человека, которому я даю указания, как производить. Труд – это то, что результат чего обязательно материальное. Нет, это не просто в результате, а это же непосредственным результатом, который является материальное благо. Вот если я сейчас вам скажу, пойдите и выкопайте, вот там вскопайте землю. Вы пойдете, возьмете лопату и вскопаете. Кто будет у нас непосредственно производительным трудом заниматься? Я. А я что буду делать? А я вас буду направлять, возможно, консультировать, указывать. Вы видели такие сцены на дорогах? Когда, значит, женщины с лопатами там делают асфальт, один такой вроде меня с карандашиком ходит и говорит, это туда, это сюда. Не видели, нет? Кто занимается каким трудом? Тот человек, который, он созидательной деятельностью занимается, он организатор, там, производство, он организатор труда в данном случае. Но непосредственно производительным материальным трудом занимаются вот эти женщины. И у нас женщины очень... А? То есть труд профессора в таком случае не труд, ведь это не относится. Он не труд в политико-экономическом смысле. Вот я еще раз говорю, есть труд в широком смысле, это всякое. Вот как вы сказали, совершенно правильно, есть труд в широком смысле, а есть труд материально-производительный. Это труд, непосредственно основным результатом которого является материальное благо. Это вот очень непростая сфера, в которой нужно разобраться. Очень непростая, почему? Потому что вот давайте мы разобраться нужно сначала в самом общем виде, иначе мы запутаемся во всяких подробностях, потому что специальностей всяких трудовых столько много, а есть еще профессора, доценты, а есть еще кроме профессоров, еще есть старшие преподаватели, есть еще ассистенты, а есть академики, а есть члены-корреспонденты, и мы тут с вами поплывем. Значит, давайте мы разберемся, как вообще можно расклассифицировать труд в самом общем виде. Вот есть труд, направленный непосредственно на производство материальных благ, то есть непосредственным результатом которого является материальное благо. Раз. Есть труд или деятельность, которая направлена прямо на человека. Вот посмотрите на меня. Моя деятельность направлена прямо на вас. Непосредственно. Никакого средства тут нет, вот непосредственно мы. Ведь моя задача состоит в том, чтобы вы развивались быстрее. Больше ни в чем. Кто в этой решении задачи больше заинтересован? Вы или я? Вы, конечно. А я по отношению к вам, некоторые средства, которые вам приданы для того, чтобы, так сказать, вам помогать на каком-то этапе. На каком? На том этапе, пока вы находитесь в процессе становления как культуролога. Потом вы потом с собой можете даже и не здороваться. Можете и здороваться. Посмотрим там, после зачета, как пройдет. Там видно было. То есть, вот это труд, а у парикмахера тоже непосредственно человека. Вот, скажем, у нас задача у преподавателя обрабатывать головы изнутри, а у парикмахеров обрабатывать головы снаружи. Правильно? Вам и то надо, и это надо. Как же, нельзя же без парикмахера, правильно? Или там банщик обрабатывает тоже снаружи, или массажист, или массажистка. Это что же труд? Ну какой? Врачи все, их труд направлен непосредственно на человека, а фармацевт – человек, который таблетки изготавливает. Его труд материально-производительный. И Маркс по этому поводу в другом, правда, месте обсуждает этот вопрос и говорит, что, кажется, вот труд врача-то более высокий, чем труд того, кто делает таблетку. Правильно? Но труд по производству таблетки – это материально-производительный, а труд по производству человека – в том числе и труд медика, он вас лечит, оздоравливает. Это труд другой, он называется услуга. Услуга. Разные бывают. Медицинские услуги, парикмахерские услуги, образовательные услуги. И вот вы сели в маршрутку. Деятельность этого самого водителя на что направлена? На людей непосредственно. То есть вы являетесь непосредственным потребителем его труда. Вот как раз, когда он вас везет, вы в этот момент и потребляете его труд непосредственно. Никакого тут звена материального нет, тут другого. Тут нет никакого кирпича. А некоторые, когда их тряхнет очень в этой маршрутке, и они стукнутся головой об потолок, начинают кричать, вы там не бревна везете, а не кирпичи. Потому что если бы он вез бревна или кирпичи, он был непосредственно материально-производительным работником, рабочим. А тут он совершает некую транспортную услугу. И третий вид труда – это труд, это целесообразная деятельность, созидательная в сфере духа или в сфере идей.
это и деятельность и ученого, и писателя, любого деятеля искусства, там и литературы, и это деятельность по переработке знаний, в том числе по передаче знаний, в том числе сюда попадают и программисты, которые что делают? У них задача не диск, на котором записана информация, а, собственно, содержание, которое будет все равно на каком-то материальном носителе. Материальный носитель создавали рабочие. Люди, которые создают эти диски, пустые. А вот диски, на которых... Я перезвоню. А вот деятельность по созданию, собственно, произведений, потому что все произведения тоже на каком-то материальном носителе. А что, художник он не на холсте рисует, а разве не красками? Правильно? Или там, скажем, музыкант, он играет, но его звуки доносятся до вас, когда вы сидите в концертном зале, благодаря колебаниям воздуха. Вы качаете воздух, вы ничего не услышите. Когда вы разговариваете по телефону, то это идут электромагнитные, вот здесь колебания превращаются в звуковые в телефоне. Но на самом деле это никакой не телефон, а что? Это радиоприемник и радиопередатчик. Откуда он принимает? От ближайшей вот этой самой вышки или пункта. Почему говорят сотовый телефон? Поскольку это короткие волны, это для этого радиоприемника, они не могут огибать землю. Значит, только до какой-то вот вышки, от нее до следующей вышки и так далее. Поэтому вы обладатель радиоприемников и радиопередатчик. Если вы помните раньше фильмы, вот такой радиопередатчик, и приемник, и вот, в наушниках, вооруженный. Ну вот, но это то же самое, только в миниатюре. Это передача уже информации, даже не знания. Если я глупости какие-то говорю по телефону, это тоже будет передача информации. 3.16, 28, 43, записывайте. Это что, я передал информацию, а знаний тут нет никаких. А могут быть и знания. Вот и все, есть три области. Но об этом мы поговорим с вами после перерыва. Перерыв.